Ты идешь по перламутру, вдруг начавшейся зимы. В понедельник, рано утром, с книгой будущего. На работу, длинной веткой поездов. И по спальбе, но охота плыть по ритму городов не позволит на перине греться лени и мечтам. По одной простой причине быть поверженному там, где в формате время, мысли и размеренность шагов каблучково стройный выси, стиль, таинственность духов, измененный город, ритмы, вьются, манят во грехи, сочинить, придумать рифмы. И ты пишешь ей стихи. О любви, да нет, работе, доля выпавших снегов, о записках на капоте, про игру снеговиков. Вот и я теперь не знаю, как писать мне про любовь, но формат всегда теряю, слыша звук его шагов. Класс. Классно.